Хочешь на ставках денег поднять? Нужно хитрее в конторе играть. Приветствую вас, друзья. Хотите перестать заливать свои бабосы букмекерам? Надоели тупые видосы школьников про лесенки и прочие примитивные стратегии? Тогда смотрите это видео до конца. Я расскажу вам три реальных способа, как заработать в букмекерских конторах. Погнали! Первый способ, друзья. Бонусы букмекеров. Раньше буки давали больше бонусов, но прошаренные игроки их на этом прилично нагревали. Я знаю одного парня, который реально даже разбогател на таких бонусах в то время, потому что он регал множество аккаунтов во множестве разных БК, и поэтому буки стали хитрее, халявы стали давать меньше, но кое-что все-таки осталось. Основные из нынешних бонусов сейчас это фрибет и 100% на первый депозит. Мой совет, друзья, пользуйтесь поговоркой. Дают бери, бьют беги. Забирайте эту халяву, но используйте бонусы не в тупую. Букмекеры ими заманивают нас к себе в контору и делают такие условия отыгрывания бонусов, чтоб мы их проиграли. Но хитрят букмекеры, будем хитрить и мы. На каждую хитрую задницу найдется хрен с резьбой. Поэтому, друзья, я предлагаю отыгрывать, например, фрибет вот таким вот способом. Даю лайфхак. Итак, дают вам 500 рублей в одной конторе, регаетесь, берете 500 рублей в другой конторе, тоже регаетесь, ставите в первой конторе тотал больше, во второй конторе противоположно ставите тотал меньше на эти фрибеты в той же игре. Одна из этих двух ставок по-любому у вас зайдет и принесет вам на халяву, в общем-то, 500 рублей или больше, если фрибеты были покрупнее, что бывает. Подробности, друзья, вот в этом видео этого лайфхака по фрибетам. Как отбить бонус 100% на первый депозит? Тут немножко посложнее. Обычно буки заставляют нас собирать прессы с кэфом от 1,5. И чтоб не меньше трех событий в прессе было. На этом обычно все и горят. Но не мы, друзья. Делаем так. Положили 4000 в БК. Дали нам 4000 бонус. Разбиваем его как бы на 10 частей. По 400 рублей на пресс. Для чего это нужно? Чтобы не проиграть вот эти бонусные деньги раньше времени. Нам же нужно проставить сумму бонуса в трехкратном размере, и то есть на 12 тысяч рублей. И за 30 дней еще при этом. Это получается 30 экспрессов по 400 рублей. По одному экспрессу в день, если будем ставить. Советую ставить только топовые события, друзья, топ-футбол, потому что там меньше маржа, меньше комиссия букмекерам. И я прикидывал, в среднем минусанем 2000 из этих 4000 бонусных, но 2000 у нас должно остаться на бонусном счете. Их нам перекинут на основной, а если повезет, может и больше. И потом эти деньги уже 6000, да, вывести из конторы, из этой, и идти в другую контору, отбивать там вот этот же бонус 100% на депозит. При этом, друзья, мы целый месяц ставили на чужие деньги, экономя свои. Использовали вот эти бонусы, все возможные бонусы, везде приподняли свой банк, и теперь можно переходить ко второму способу заработка на ставках. Это букмекерские вилки, друзья. Букмекерские вилки – это уже более выгодный способ заработка в БК, причем менее рисковый, вообще практически безрисковый. Я лично сам, когда занимался вилками, заработал за полгода 6 тысяч долларов, друзья. 6 тысяч долларов. Да, потом меня порезали все конторы, сделали максимум ставок по 1 доллару, но зато я заработал на ставках, столько заработал, причем сколько ни до, ни после этого заработать, поднять на ставках я нигде не смог, ну, по крайней мере, пока. Вилки, думаю, знаете, что такое, да? Это когда в разных конторах разные кэфы на одно и то же событие, например, на тотал больше кэф в одной конторе 2,2,
а в другой конторе на тотал меньше, к F2.2. То есть при любом исходе, если мы поставили в обоих этих конторах так, при любом исходе мы будем где-то на 200 рублей в плюсе с 1000 рублей. Искать вилки вручную сейчас не нужно. Есть сканеры специальные вилочные, они стоят денег, да, но все это окупается довольно быстро. Я вам рассказываю опять же по своему опыту, все было нормально. Единственный совет я дам: не лезьте поначалу в вилки в лайве, друзья. Набейте руку на предматчевых вилках, потому что в лайве все нужно делать быстрее. Для этого нужен опыт. Многие боятся порезки счетов, так как букмекеры говорят, не любят вилочников. Но я вам открою один секрет, друзья буков, что буки вообще не любят плюсовых игроков. Вообще, хоть вилкуй, хоть не вилкуй, все равно получишь порезку счета. Сами решайте, что вам делать. Если, конечно, вы не освоите еще один способ, это уже третий способ, это валуйные ставки, то есть выгодные ставки. Это способ уже верх мастерства ставочника. Таких игроков может быть всего процента 2 в мире. Что это такое, друзья? Это поиск завышенных кэфов. Их называют валуи. Пример такого валуя сейчас расскажу. Барселона выиграла за 3 тура до конца свою лигу. Но играет важный матч в ЛЧ, да, в среду. Поэтому перед ним решила поехать в гости к Сельте на незначащий матч вторым составом, друзья. Узнали об этом раньше буков, раньше основной массы папанов. Успели проставить на победу Сельты по жирному кэфу 4. Потом кэф стал только 1,8, друзья. 1,8, чувствуете разницу? Вот это вот валуй называется. Итог матча 2-0, победа Сельты против второго состава Барсы. Да, друзья, таких матчей много не бывает. Но если объединить усилия с коллегами, которые также ищут и умеют находить вот такие вот валуи, можно ими делиться, и тогда таких матчей у нас, у всей вот этой компашки будет больше получаться, соответственно, больше можно заработать. Вот здесь пример подобного валуя в моем видео я даже снял. Лично я сам сейчас так и стараюсь ставить, веду статистику по этим валуйным ставкам своим. Результаты мои можно посмотреть на верификаторе Beton Success. Пока, друзья, за 1600 ставок имею заметный плюс, но вот где-то полгода у меня идет такой сейчас застой по результатам, поэтому продолжаю тестировать дальше. Для большей уверенности планирую где-то до 3000 ставок дотестировать. Кто хочет последить за моими успехами, подписывайтесь на канал, на верификатор Beton Success, ссылки на все, как обычно, в описании под видео будет. Там на бетоне все мои не видео прогнозы еще есть. И самое главное, да, забыл сказать, эти валуйные ставки можно ставить в самых лучших конторах мира, которые не порежут за плюсы, не порежут. Это уже, друзья, серьезный беттинг на серьезные деньги. Меня спрашивают часто, как находить такие валуи и такую информацию, где ее взять? Ответ очень прост, друзья. Инет рулит. Больше ничего не надо. В инете все есть. Читайте сайты, твиттеры, команды, другие какие-то соцсети, газеты, спортивные издания, какие-то интернет. И будете знать всю инфу оперативно. У меня есть телеграм-канал, куда я пощу самые свежие футбольные новости. Ссылка на него тоже в описании под видео. Итак, друзья, повторим. Первое – бонусы. Второе – вилки. Третье – валуи. Вот три наши помощника при игре в БК. Пробуйте эти способы, и ваш банк будет расти. Будет расти, друзья. Хотите просто поиграться, да? Тогда будьте готовы проигрывать на ставках, проигрывать свои кровные бабки. Вот и все. Итак, если видео было вам полезным, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы узнавать о ставках интересную инфу. Ну и следить за моими успехами в прогнозах. Смотрите другие мои видео по ставкам из плейлиста «Обучение ставкам на спорт». Ссылочка в описании. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Бирюков Виталий. Всем добра. Увидимся.